Дети вместе с вожатыми провели акцию на центральных улицах города. Они раздавали ленточки триколора прохожим. Главная цель мероприятия – напомнить десногорцам о важности этого праздника в мире без войны, а также развить у школьников нравственно-патриотические чувства. День России – это праздник для всех, кто живет в России. Напомнить то, что мы живем в России, в самой большой стране. Чтобы все люди жили дружно и добро. И радостно. День России создан для того, чтобы все народы Советского Союза были дружелюбными, дружили с друг другом и мирными. Мы собрались здесь с общей целью, чтобы напомнить людям о любви к своей родине и поддержать мир во всем мире. Эти ленточки являются символом напоминания, что они должны любить свою родину и гордиться ею. Дети с большим удовольствием приняли участие в акции. Всего им удалось раздать более 100 лент. Акция «Российский триколор» пройдет в праздничные дни по всей стране.